Друзья, я приветствую вас на канале Кухня Аборигена. Живем в деревне, рыбачим, готовим кушать. Сегодня у нас вот такой вот прекрасный почеглазик, верхогляд. Хищник семейства карповых обитает в Амуре, ловится на блесну. Видео вы можете посмотреть на моем канале Амур Фишерман. Но сейчас с вами кухня аборигена. И поэтому мы сегодня будем готовить его обалденным, вкусным и интересным рецептом. Готовить будем в шарабане на открытом огне. Сейчас, перед тем как готовить, нам нужно подготовить рыбу. А это отрезать голову, хвост, спороть, убрать кишки и почистить чешую. Приступаем. Так, друзья, разделал. Посмотрите, сколько внутреннего жира у рыбы. Вот он, видите, на пузыре. Это внутренний жир. И вот они, смотрите, какие брюшки. И внутри жир остается. Это вообще капец. Она просто жирная. Отстегнул хвост, голову. Это собакам на корм. Сейчас мы еще вот кровушку уберем и разрежем его повдоль для шарабана, чтобы было удобно. Ох, какая жирная рыба. И какая она будет вкусная, ребята. Толстые брюшки. Класс. Так, ну все, на этом заканчиваем подготовку рыбы в разделке. Сейчас приступаем к приправам и все остальное. Начинаем подготавливать приправы. Черный, красный перец. Распределяемся, друзья. Наливаем соевый соус. Его немного. Размешиваем. Хорошо размешиваем. Это важно. Готово. Имбирь маринованный. Только сок. Достаточно. Ребята, добавили лук. Хорошо размешали, распределили все. Кто-то скажет, байда, тому глаз вон. Это вкуснейшая приправа, ребята. Вкуснее не бывает. Остатки соевого соуса. Соевый соус креветочный, крабовый. Какой хотите. Солить не будем, так как соевый соус уже соленый. Теперь берем верхоглядика и отправляем туда. Главная наша задача, верхогляд напитался вот этим вкусным, классным соусом. Лук наверх, а верхогляда сюда. Ой, как вкусно будет, я вообще даже не представляю. Кстати, верхоглядик немножко подмороженный, но это не проблема. Вот так вот распределяем. Мисочка маленькая, верхогляд, видать, здоровый. Так, ну, все это дело сейчас вот так вот переворачиваем. И в посуде оставляем мариноваться где-то примерно минут 15-20. Ну, а тем временем мы готовим мангал, шарабан и все остальное. Так, друзья, все. Рыбка наша замариновалась. Чуть-чуть. Кстати, пилки я уже добавил, а вернее веточки сливы. Я думаю, этого будет достаточно. Накрываем крышкой. Опа. И отправляем на огонь. Вот, друзья, солнышко увидел за 3 дня. Первый раз потише стало. Но мы продолжаем готовить. Вот, ребята, смотрите, как вкусно жарится наша рыбка. Ветерок, правда, поддувает. Добавляем наш оставшийся соус. Поливаем хорошо, хорошо. Вываливаем ветерок. Вот так вот. Распределяем. Сюда, сюда.
Вот это порядок действий. Правильно. Вот так правильно готовят рыбу, друзья. Вкусную, полезную рыбу. Наверное, последний раз уже готовлю вот на такой бочечке. Буду покупать хороший мангал. Большой казан возьму. Шампурики. Вот она прелесть. Пожалуйста, сидишь спокойненько. Ветерок, свежий воздух. Рыбалка. Лодки стоят на берегу моей. Сел, поехал, порыбачил. Жизнь деревни, друзья. Рай. Озеро недалеко. Речка. Все как надо. Все, что нужно для лучшей жизни. Ну и кухня аборигена тоже. И друганы. Такие вот у нас рыжики здесь, любители покушать. Забирай рыбу и убеги. Давай, давай. Давай, давай. Кушай, кушай, кушай. Пока у тебя не отобрали рыбу. Ой, здоровый кусок тебе дали, да? Ух ты! Вкусняха какая, да? Вкусняха? Ребята, рыба уже практически готова. Последний штрих. Опа. Буквально, буквально. Буквально. Буквально вот так вот раскладываем сырочек. Опа. Вот так вот. Сыр твердый. Очень вкусный. Вот так вот. Рыбка просто прелесть, ребята. Ой, как вкусно. Нужно будет обязательно сверху положить угли, чтобы сырочек у нас расплавился. Вот теперь мы все ингредиенты в этом блюде подчеркнули. Должно получиться просто вкуснейшее бомбическое блюдо. Верхогляд пучеглазый. По дальневосточному, по амурскому рецепту. Ребята, наверное, уже все готово. Я это чувствую. Убираем угольки. Убираем крышку. Посмотрите, друзья, какая вкуснотища. Запах стоит обалдеть. Сырок придаст рыбе особенный вкус. Лучок. Да все, вообще все здесь классно. Ребята, вот он. Вкуснейший верхогляд. Посмотрите, я вам сейчас покажу. Смотрите, видите? Мясо сочное. Пожалуйста. Жирное. С сырком. Вот это еда. Прелесть. Вот так вот надо кушать, ужинать, завтракать и обедать. Нам к столу. Всем приятного аппетита. На рыбалочку. Вкусно приготовить. Подписывайтесь обязательно на канал Кухня Аборигена. Всегда прекрасные, отличнейшие рецепты чисто от Кухни Аборигена. Сегодня у нас был пучеглазый верхогляд с сырком, соевым соусом, лучком, перчиком на мангале в шарабане. Получился просто офигительный вкус. Все, друзья, приятного аппетита, удачи и добра!